мы когда делали песню «Какая-то фигня», мы не могли никак вообще найти время, чтобы вместе сфотографироваться, а во-вторых, даже понять, как это делать. А когда мы с ним сидели в Питере, в какой-то гостинице, в ресторане, уже в 5 или в 6 утра, и никого больше в этом ресторане не было, я тогда сделал селфи, вот так вот. Он был в дурацких очках, я без очков, к сожалению, но... Так меня уже, я так головку не держал уже, мы так сделали селфи. И я там где-то его выложил, типа в сторис, что вот это, песню скоро там покажу. Собственно, это и стало обложкой. Очень прикольно, да, вот лучше, я смотрю, лучше не придумаешь. Вот ничего туда невозможно было бы еще специально сочинить. Вот. Так что это вредно, иногда полезно.